Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, и мы продолжаем прохождение игры Dino Crisis. В предыдущей серии мы, собственно, довольно долго тут исследовали все местные, так сказать, системы безопасности, или как их можно называть. В общем-то, все тут сканеры отпечатков пальцев осмотрели, все ID-карты, и, в общем-то, добрались мы до подземной лаборатории, как вы помните. И впереди у нас длинный коридор по карте, как вы, наверное, помните. Так, тихо. Первые 5 минут сейчас игры, наверное, для меня будут не очень интересными, потому что я тут уже маленько побегал, что-то затупил. В итоге понял, что надо было делать. Ну, ладно, ничего страшного. Так. Вот у нас тут товарищ, причем не один. Так. Так, в общем, тут много чего хорошего валяется. Я бы сказал, даже очень много. Так, ну пока мне ничего не нужно. Так, подождем, пока второй подойдет. А вот и он. Вот он, мой хороший. Иди сюда. Ай. Засранцы. Что ж такие жучие? Так, все, да? Не, смотри, притворяется. Один лежит с открытой пастью, притворяется. Что мы с такими делаем обычно? Правильно. Притворюшек мы добиваем. Все. Притворюшка кончился. Так. Теперь зайдем сюда. Собственно. Тут у нас лежит еще один DDK. Это нам пригодится, я думаю. Так. Итак, кнопочка. Что у нас тут еще есть? Следы крови. Так, не та опять кнопка. Так, дверь закрыта, но я не вижу здесь никакой щели для ключа. Ну, понятное дело, это, скорее всего, автоматическая дверь, судя по ее дизайну. Так, убедитесь, что дверь закрыта, когда компьютер проводит эксперименты. Хорошо. Убедился. Так. Еще одна отмычка. Хорошо. Это компьютерный терминал контроля. За проведением экспериментов. Собственно, вот в этой комнате. Что-то написано на дисплее. Код замка 7248. Запомним. 7248. Так. Добавляя другой газ к первому. Ну, собственно, добавляя какой-либо газ к первому. С уровнем газа больше 30. Вы можете нейтрализовать как газ. Так. Что написали? Короче говоря, красный газ нейтрализует яд в зеленом, голубой нейтрализует яд в оранжевом, и зеленый нейтрализует яд в фиолетовом. Запомните эти правила, когда будете смешивать газы. Хорошо. Так, похоже на исследовательский журнал. Будете читать, да? Март, третья энергия. Система может производить бесконечную энергию из воздуха. В общем-то, использование этой системы может привести
общем, это может привести науку к грандиозным проблемам. Итак, кнопка. Это правда, так как система в основном используется для военных целей. Но я надеюсь, что часть этого проекта или хотя бы... Ну, короче говоря, этот проект или хотя бы его часть в будущем принесут как, нам пользу в других отраслях науки. Но что-то на самом деле ужасно неправильно. Военные очень уж много проявляют интереса и поддерживают простой исследовательский проект. Собственно, с фундаментальной системой энергии. Так. Мне нужно добыть правдивые данные по этому проекту перед тем, как случится непоправимое. Что же они на самом деле планируют? Апрель. Я ничего не нашел за последний месяц. Он говорит, кажется, похож на гения, в общем-то. Он следит за нашей шпионской активностью и пресекает ее. Так, мне необходимо получить доступ к секретной лаборатории на этом этаже где-то. То есть он, наверное, не знает, где она находится. Это единственный способ вывести его на чистую воду, так сказать, найти эту лабораторию. Июль. Спустя столько времени Майк обнаружил нужные, так сказать, данные по месторасположению этой секретной лаборатории. Он сказал, что оставил эти данные в секретном месте внутри библиотеки. Кирк проводит, собственно, сегодня проводит собрание с полковником Клеем, лидером проекта, в компьютерной комнате, чуть позже. А что они собираются там делать? Да хрен их знает, что они там собирались делать. Но в любом случае, я так понимаю, собрание не прошло. Прошло, но не так, как мы планировали. Так, ладно. Ай. Так, сейчас мы сходим куда? Сейчас мы сходим сюда. Так, какой у нас там код-то был? 7248. Что-то я долго тупил на самом деле. Я вспомнил, что здесь есть у нас электронный замок. Надо ввести код. 7248. Так, код был подтвержден. Газовая экспериментальная комната. Точнее, замок газовой экспериментальной комнаты был открыт. Хорошо. Так. Терминал для управления суперкомпьютером. Машина, говорит, была включена. Хорошо. То есть, а до этого момента почему здесь все лампочки горят? То есть, был выключен, что ли? Хотите сохраниться? Ну, давайте сохранимся. На всякий случай. Просто тут в некоторых, знаете, моментах бывает она очень странна. Так, шо? Так, никого нету. Так. Thank you.
зачем я это сделал, ребят. Я знал, что так будет. Проклятый велоцираптор. Знаете, на меня даже больше пугает не сколько сам велоцираптор и его нападение, а именно эта музыка. Раз точно все. И у меня такое чувство, что у меня патроны в пистолете кончились по моим скромным расчетам. Да? Обидно, слушай. Что-то прям я это даже маленько как-то вот испугался. По сути, это один динозавр. Да? Так, ой, там человек сидит. Короче говоря, в комнате газовые фильтры включены, и дверь закрылась из-за того, что в комнате ядовитый газ. Так, здесь три кнопки. Не используются для подачи газа в комнату. Так, какую кнопку нажать? Так, что у нас там было-то? Какой газ нейтрализует? Так. Нажмем голубую. Так. Нажмем красную. Ой. Нехорошо получилось. Мужик, там только не задохнись. Так, ладно. Что-то, знаете, как-то не очень идет все это дело. Даю. Так. Да ну нафиг. Что не так-то? Чё? Тык. Да почему, блин? Зеленый же был в комнате, нет газ? Или я что-то путаю? Ну нафиг. Ну все, наконец-то. Блин, просто эти оттенки хрен поймешь. Тут то зеленый, тут такой светло-зеленый. Написано же было к этому. Когда газ зеленый, нажимайте красную кнопку. С красным газом. Так. С вами будет все в порядке. Что случилось? That fool. Этот идиот. Who are you talking about? О ком вы говорите? What are you planning, Kirk? I'm here with the rescue team. Where is Dr. Kirk? С командой спасения, говорит, я здесь. Где, говорит, Кирк?
Так, 36.95 запишем куда-нибудь. Нам пригодится. 6.95. Хорошо. Так, слова emergency case нарисованы на нем. Так, экстренный чемоданчик. Так, все, парень вроде слился. На вопрос, где Кирк, он нам не ответил. Да ёлки, ну ой. Уйди, уйди отсюда. Пошел вон. До свидания. Ай, вот теперь я тебя сейчас чем-нибудь травану хотя бы. Все, Дихлофос у тебя нашелся, наконец-таки, зараза такая. Пусть так и остается. То еще мало ли встанет он, кстати. Газовые бидоны. Три разных газа. По сути, это, конечно, мы уже, мне так по ощущениям, где-то полбидона использовали, когда смешивали газы. Так, записка. Так, очень, конечно, вовремя читаю, но тем не менее. Так, летальный уровень яда в газовой комнате для человека составляет 85 или более. Короче говоря, чем ближе газ к по своему цвету к оригинальным газам, то есть к красному, синему или зеленому, тем более он ядовитый. Короче говоря, если будете правильно газ смешивать, то токсины будут нейтрализовываться. Когда вы используете газовую комнату, убедитесь, что замки закрыты. Хорошо. Блин, как он сюда попал вообще, динозавр? Так, тут у нас больше ничего нету. А больше ничего нету. Так, давайте я предлагаю сходить до emergency кейса. Кого? Хорошо. Надеюсь, сейчас никто сзади там или спереди не выпрыгнет. Иначе у меня тут сердце остановится. Что-то прям у меня это... От этой музыки прям... Хотя хрен знает, музыка как музыка. Да ладно, не будем брать. У нас и так всего навалом просто. Хотя, знаете, я бы предпочел, если бы мне... Лучше бы мне давали... Одну-две аптечки, но 50 там, не знаю, 20-50 патронов как-нибудь так. Потому что я скоро, не знаю, я буду руками бить этих динозавров или чем. Никого. Так, медпак. Медпак, это здорово. Так. Гемостат. Кстати говоря, я не помню, как я в предыдущей серии, по-моему, говорил насчет того, что... Ну, да-да, эксцесс у меня случился с шляпкой гвоздя. Я не помню, как назывался на самом деле этот порошок. Я вообще откуда он у нас дома был, если честно. То, ну, по крайней мере, подействовал здорово. Так, это что мы подобрали такое? Так... В общем-то, критические повреждения вместе с этим будут увеличены, если использовать. Так. Так, и мы прокачали свой Глок 17. Так, в общем-то, критические повреждения увеличены. Шанс, ну, шанс на критическое повреждение увеличен. Использую 9-миллиметровки и 40-е калибр.
останавливающего действия, как я понимаю, калибр 40-й. Из описания. Блин, мы прокачали, конечно, этот пистолет, но патронов у него нет. Что за бред? Так, терминал для управления информацией записан на ключ-чипах, которые используются для открытия информационных хранилищ. Вы можете вставить информацию для с кей-чипом и искать хранилище, которое вам необходимо. Так. У нас, по-моему, уже есть такой, да? Нет. Нет. Вот, да. B1. Так. Будете перезаписывать информацию на кей-чипе? Да. Так, а какой там код был? 3695, да, этот, по-моему? 695. Так, код был подтвержден. Так, в общем-то, на магнитном экране, что ли, господи, показывается информация, ну, собственно, где находится хранилище с таким кодом. Пожалуйста, перепишите магнитную карту. Магнитную карту, короче, этого ключа чипа для нужного вам использования. Так, а вот этот прикол я, кстати, помню в игре. Так. Вроде правильно. Так. Перезаписано, закончено. Так. Все записано, ключ. Так. А индикатор этого ключа будет включен. Угу. Спасибо. В общем-то, простая была загадочка, если честно. Так. Где это? Тут, наверное. Да, вот. Короче, надо чип опять использовать повторно. Вау. Там какая-то, не знаю, серверная. The letter R to... Так, короче, игра буква R изображена на этом ключе. Так, кроме того, здесь есть меморандум в этом хранилище. Будете его читать? Да, конечно. Дорогой Пол... Я наконец-то нашел то, что мы искали. Это ключ-карта, которая поможет тебе войти в секретную лабораторию. У тебя только один шанс, чтобы войти сегодня, войти в нее сегодня как раз-таки во время ночного эксперимента. Короче говоря, убедись, что у тебя есть вторая карта для того, чтобы туда войти. Другая карта содержится в комнате начальника, как я понимаю, охраны. Так, у меня также есть секретные коды из сейфа, которые были записаны. Кроме того, я, говорит, я записал секретный код на панели ключей, чтобы, короче, ты... Я изменил секретный код от тайного сейфа, что ли, который был записан на панели, на панели ключей. Теперь мы можем, собственно, зайти в эту лабораторию и узнать все, что тут происходит. Я, короче говоря, оставляю вот эту карточку тебе. Удачи. Ну, как вы понимаете, дело не выгорело. По сути своей.
Давайте все-таки сбегаем до emergency кейса. Потому что мне так будет спокойней. Хотя по-хорошему можно было сохраниться бы, но мы туда добежим, сохранимся. Ничего страшного, я считаю. Воу! Двое! Господи, нет! Нет, не так. О, фу. Пронесло. Надеюсь, в следующий раз они не будут такими дикими. Кстати, а если бы я не закрыл вот эту электронную калитку, они бы, наверное, сзади побежали. И дверь бы выломали. Как я считаю. Хотя хрен их знает, этих динозавров. Так, можете подняться на первый этаж? Да, пожалуйста. Помешает. Я думаю. Такие пироги. Регина, я тебя не вижу. Потерялась. Опять эта звенящая тишина. Ну, знаете, мне как-то безопаснее находиться в этом холле. Хотя, по сути, посмотрите, тут стеклянные двери. И окна, скорее всего, стеклянные. Просто они жалюзями завешены. Просто по факту это, знаете, даже дико выглядит. Если только вдуматься. Если бы динозавры были, наверное, в этой игре чуточку поумнее. Ну, то есть, если бы мы прописали еще пару-тройку скриптов, и игру, скажем, выпустили бы на год попозже, ну, я думаю, тут бы вообще был бы дикий. Адовый бы, не знаю. В общем, адовое бы это было прохождение этой игры. Наверное, бы многие бы воспринимали эту игру как современную Dark Souls. Dark Souls это, по-моему, вообще то, чего таким игрокам, как, скажем, вот мы с вами, то есть, которые уже давным-давно привыкли играть в хорошие игры, которые, ну, грубо говоря, не очень уважают всякие там крайзисы, более привыкли к нормальным таким хорошим вещам. Такие, которые по хардкорней и при этом поинтереснее. Так. Все кушают. Тихо. Так. Вот у нас, собственно, тут дом все валяется. Никто его не съел так. Так. Интересно, а какой открыть? Правый, левый? Ребята, давайте. Подскажите мне. Вообще, кстати говоря, если вам не трудно... А нет, давайте здесь... Давайте, знаете, как сделаем? Давайте вот тут сохранимся. Сейчас мы по-хитрому сделаем. Если нам что-то не понравится. Сейчас мы откроем сначала один, потом второй. Потому что в этой игре, как вы видите, геморрой натуральный с боеприпасами. Так, открываем левый. Так, у нас тут Resurrection. Хорошо. Теперь что сделаем? Теперь, собственно, загрузимся и посмотрим, что у нас там было. Звучок, конечно, этого загрузки и новой игры просто убивает. Так. Сейчас посмотрим, что было вправо. Может, там патроны были. Ну, хотя я не думаю, что патроны в ящике
первой помощи. Открываем правый. Мультиплеер. Слушай, а мультиплеер это ж хорошая вещь. Я что-то прям даже вспомнил. Если я не ошибаюсь, то... Да, это, короче говоря, множитель. То есть вы смешиваете вот этот, грубо говоря, химикат, и он делает вам из одной аптечки две, из трех аптечек шесть и так далее. То есть довольно такая интересная вещь. Это же лучше, чем Resurrection. Ну, в определенной степени. Так, давайте его попробуем. Действие. С чем мы можем его смешать? Жалко нельзя с этим, с патронами. Кстати, Slag Bullets это крупная дробь. Я его прочитал за кадром. Так. Так, ну я думаю, вы не против, да? Тем более, если нам сейчас что-нибудь попадется такое. Ну, там типа дротиков или еще чего-нибудь. А жалко, кстати, вот я не понимаю логику Регины. Она открыла ящик, а что, ключ обратно не вытаскивается, что ли? Он что там, поломался пополам? Тем более тут, я не знаю, конечно, игровая условность, но тем не менее. Такие выборы, когда нам предлагают делать, я их не люблю. Просто. Они мне не нравятся. Да хотя, может быть, это просто я зажрался после современных RPG, в которых... Прокачая персонажа по полной, можно и всех спасти, и всем угодить. Так. У нас тут еще много всего вообще-то. Ладно. Не суть. Не, не хочу чиз. 10 000 комнат сохранений проходим. Пройдем так. Сюда. Что у нас по времени? По времени, кстати, еще хорошо, еще минут 10 есть. Спокойно. То есть можем спокойно, не напрягаясь, идти и проводить наши крутые деяния. Я, кстати, не понимаю, зачем вот этот орнамент на стенах? Вот, скажем, видите, дальняя стена слева вот эта. Вот зачем вот это железные такие вот скобы? Зачем они нужны? Для чего? Похоже вообще как на рельсы лифта. Ну, грузового, я имею в виду. На B1. Хорошо. Так, а да-да-да, я забыл, у нас же тут два товарища. Жалко, конечно, мы не увидели, как они там корчатся от боли. Но тогда бы это прохождение YouTube бы закрыл. Чёртова матери сказал бы. Садисты тут играют какие-то. Хотя, кстати, не знаю, там, вот если так вдуматься, вот на этом дротике, ну, там капелька. Вот у нас. Да-да-да-да. Чуть не забыл про эти потрошки. У нас ничего. У нас тоже ничего.
собственно. Почему я это говорю? Отлично. Тем не менее, у нас два патрона. По сути, один потратили. Как таковой. Так. И у нас тут есть, кстати говоря, вот эта дверь волшебная. Ну, это понятно, наверное, было, что дверь. С самого начала, так что я думаю, я никак не спойлернул. Так. Я с правой стороны? Да, я с правой. Так, вам нужен, короче говоря, помощник, чтобы одновременно открыть этот замок с двух сторон. А, вы хотите позвать Гейла? Да, пожалуй. А что у меня вся... Регина? I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Я, говорит, нашла доступ к лаборатории доктора. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Но, говорит, тут нужно два человека, чтобы открыть его. Хорошо, говорит, я иду. Подожди меня. So, what's our status? Ну, говорит, как Here, ты дела? Take this. Бери. Ready? Готово. Кстати, огонь. Okay, on three. One. На счет три. Two. Three. Давай. Отлично. Кстати, а почему он без оружия? Где он свою пушку оставил, например? Мне интересно. Он что, так гуляет напропалую? То есть... А, ну я, в принципе, понимаю эту тактику Рика и Гейла. Они, наверное, ходят по комплексу... Не, ну как, Рик там сидит, скажем, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, где он там, за компьютерами. Ну, ладно, хрен с ним. Гейл, наверное, просто за нами сзади гуляет по комплексу, там, рассматривает какие-нибудь, я не знаю, достопримечательности, фоткает, выкладывает на Инстаграм. Типа сфоткал, типа динозавра убил. You're all clear. Let's go. Все, говорит, чисто пошли. Так, dedicated device, символ E нарисован. В общем-то, будете вставлять dedicated? Буду. Так, минуточку, ребята. Так, ну что, продолжим, собственно, тут... Чё у нас за код-то такой? Угу. Что у нас там писали-то? То есть поменяли цифры. Буквы, точнее, на цифры. Так, а код у нас будет, по-моему... А, нет. Короче. Так. Короче говоря, надо подумать, что тут за код будет. Так, сейчас я маленько минутку соображу. Так, ну, собственно, продолжаем. Оказывается, тут на самом деле не так уж все сложно.
проще некуда. То есть, видим, первый, второй, третий, четвертый, пятый, это, короче говоря, столбцы, которые надо удалить из всех тех букв, которые вы видите. То есть, по сути, мы получаем, что шестого, восьмого, десятого у нас нету, да, столбца. То есть, их надо уводить. Получаем. Да, это наш пароль. Дверь была открыта. Заходим. Экспериментальная симуляционная комната. Так. Ух ты. Шаровая молния в воздухе. Выключили шаровую молнию. Регина, что у тебя за дурная привычка? Трогать вещи, о которых ты ни черта не смыслишь. Так, тут у нас какой-то то ли радар, то ли я не знаю, что это. Короче говоря, это данные, которые компьютер записывает при симулировании. Симуляции, точнее. Так. Взять усыпляющие, да? В дальнейшем, я думаю, нам пригодятся, сами знаете для чего. Ну, потому что я не вижу, на самом деле, смысла какого-либо в усыплении. Так. Возможно, подает энергию для симуляции. Это мы видели, судя по всему, ту самую... Прошу прощения. Третью энергию. Так. Что такое? О! То есть мы улучшили свой шотган. Давайте-ка на него посмотрим. Скорострельность и перезарядку улучшили. О, смотри, анимация другая стала. Регина, так и ты научилась целиться из шотгана. То есть уже не от бедра стреляешь, как ковбойский заправский стрелок. Так, Дорк. Персональный терминал доктора Кирка. Использует для анализа информации и может использоваться для открытия экстренного эвакуационного пути. Спасательного пути. Все, язык уже все заплетается. К чертовой матери. Сегодня только первая серия. После длительного перерыва. Так. Похоже на... докторский журнал. Будете читать его? Это просто невообразимая энергия, собственно. Это просто прорыв, что ли, в области энергии. Короче, говорит, настоящей задачей является только, ну, собственно, удержание этой энергии под контролем. И мы, говорит, достигли определенных успехов в этом, создав стабилизатор. То есть это безопасное. Что, как сказать-то? То есть это... короче говоря, устройство, которое сделало безопасным использование данной энергии, чтобы не произошел инцидент, который был 3 года назад. Третья энергия в теории будет настоящим, говорит, прорывом в истории человечества. Но мы, говорит, не можем достаточно длительное время удерживать эту энергию под контролем и получаем всего лишь
0,1% от того, что мы должны, хотели бы получить. Поэтому, говорит, моя работа, по сути, может ничего и не стоить, если, говорит, это будет продолжаться дальше. В общем-то, сегодня мы подадим питание на стабилизатор, чтобы использовать его в сегодняшнем эксперименте ночном. В общем-то, нам надо как-то обезопасить территорию, чтобы не произошло несчастного случая, который может захватить 3300 футов. Ёпать на мать, так это ж... Блин, это много. Не, представляете? Что вообще? Ну, это, в смысле, это радиус. Это не диаметр, не. Это радиус. А, так. Короче говоря, для сегодняшнего эксперимента мы привлекли как можно больше охраны из военных. Гигантские, говорит, существа, которые появились после эксперимента, должны дать мне как бы больше. А, то есть, говорит, гигантские существа, которые появились после эксперимента, в общем-то, добавили мне головной боли. Ё-моё, так то получается, он знал о динозаврах, когда проводил уже второй эксперимент. То есть до этого он еще проводил эксперимент, и появились динозавры. Отлично. В общем-то, говорит, сейчас самое важное, чтобы здесь было безопасно. Как только я закончу работу с данными, то есть закончу их анализировать, я сбегу отсюда по подземному этажу. Отлично. То есть, по сути дела, он понимал, чем дело кончится. И мало того, вместо того, чтобы взять и эвакуировать всех, кто здесь был на острове, он сказал: я закончу эксперимент, никому ничего не скажу, всех пошлю к чертовой матери, сам сбегу с данными и стану, как говорится, гением, да еще и, наверное, богатеньким гением, как я понимаю. Ну, в любом случае, это ему ничего хорошего не принесло. Как мы понимаем. Он же все еще здесь, скорее всего. Но в любом случае, давайте на этом данную серию завершать. Следующую уже посмотрим, что да как. Я думаю, следующая серия будет интересной. Вот. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Подписываемся на канал, кто этого еще не сделал. Вступаем в группу в Steam, вступаем в группу ВКонтакте. Вот. С вами был Павел. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока.